Артиллерия ВСУ уничтожила российскую батарею САУ-2С1 «Гвоздика» на востоке Украины. В результате были уничтожены три российские самоходные гаубицы «Гвоздика» с полным боекомплектом. Они располагались у озера около границы Донецкой и Луганской области. Данные уже уничтоженные САУ вели обстрел мирных кварталов Бахмута. В результате нашего контрбатарейного огня российские фашисты замолчали навсегда. Беспилотник «Валькирии» украинского производства помог нашим защитникам успешно накрыть вражескую артбатарею и уничтожить три самоходные гаубицы. Судя по кадрам с беспилотника, в зоне попадания начался пожар, а столб дыма был виден издалека. «Валькирии» — это беспилотный авиационный комплекс военного и гражданского назначения, изготовленный в Украине. Его цель — обеспечение мониторинга, воздушной разведки, видеонаблюдения и корректировки артиллерийского огня днем и ночью. Наша приоритетная задача — уничтожение дальнобойных вражеских артиллерийских систем и складов с боеприпасами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.